попал на хуёво. Не, попал на хуёво. Что-то у меня тоже видел, блядь. А, вот, нашёл вас на хуёво. Да-да-да, он тебе топливо. Это плечок. Так, Икс, смотри, две машины, 1000. Подо мной ещё две машины. Две где-то, блядь. Я пробитый с дымком, блядь, Серёга на инверсии уж. Да-да-да, сливаюсь. И як ещё дымный есть. Я вижу, ну. И ниже еще машины две. Надо отойти, если да, карты надо. За тобой тянет. Да нихуя он не тянет. Не тянет нам. Он вниз, блядь. Столько машин было и разбежались. Вон две машины южнее филда прямо. Ну вот это вот и есть парочка, которая ниже была, ушла из филда. Вольф, я над тобой прошел. Ну. Я с дымком, да-да-да, вижу. Да-да-да. За мной якорь дымный. Филдом побежал, блядь. Так, на восток вижу, климбится какая-то хуйня. Пойду туда. На восток курс 90. Я климбится. А там Зина работает, там кто-то штурмует. А, там бой на низах. Мессер якоря поломал. Или якорь мессера. Серега, ты на инверсии вышел? Я... Нет, у меня 4. Так, я пошел на якорь, прикинул. Что это там за хуйня, блядь? А вот подо мной якоречек. Да, я строю атаку на него хочу. Давай. А он на тебя строит, по-моему. Не. Блять, в лоб пошел. Это лавочка. А-а-а. Иду, так, Серега, пуши. Гуд, 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 готов. Сзади еще машина, Серега, есть ниже. Ага, вижу. Так, Икс, ты на инверсии, проверяйся. Или нет, ты за кем-то или за тобой? Не я. Две инверсии там. Другом. Блять, че лавка на. Серег, потерял я нижнего. Так он это же филд уже вообще прям. А, ну да. Инверсии восточнее филда, смотри. Да, две штуки вижу. Но один точно красненький. Олег, а ты где? Я намного восточнее филда, тут с Лавкина. Понял. Серега, впереди тебя кто вот сейчас вверх упрыгиваешь, впереди тебя машина? Не вижу. А, сзади тебя. Вместе тоже. Я с ним тут. За тебя. Да я грибу к этой конверсии. А, они у нас сзади уже. Это фока. Одна. На инверсии, да. Бля, что за хуйня? Почему не засчитывает, блядь, а? Якорь. Дед, блядь. Чё не засчитывает хилы, блядь? Он к нам её сваливает, что ли? Или это обои хоки? По-моему, два наших, блядь. Ну, не уверен насчёт. Первая точно хока. Так вот это ж. Красный где-то внизу это было, я его не вижу. Или у Икс там уже поломал, блядь. Что-то вниз не, падает не, сейчас, не, вертикаль. Не, я далеко вообще. Фока заходит на меня. И вторая фока.
сколько нафил прям, блядь, по нулям, точно. А Зена что, не стреляет уже, да? Нет. Скорострелки не жить. Хуй поймешь, там что-то пульнуло сейчас и затихло, может. А, вон ее заштурмило, фок из Зена нахуй. Так. 4000 проверяем схождение. Мессер подо мной прошел обратку. Да. На север. Короче, нет здесь красных нахуй. Блять, задымило меня с ядкой. Ну вот, надфил, дом высоту гребет, красный набирает. Да ладно, там фока нулями летает. Нет, вот на восток идет 1000 у него, по-моему. Пошел на него. А вот нет. Фока это, ёпты. Серёг, точно стены фока. Стреляют. Да, только подлетел, увидел. Да, не спускайся. Я ж теорен, там что-то штурмило, блядь. Вольф, а у тебя на 6 кто там? А. Месяц. Так, а на вас кто-то с инверсии падает, на. Да, заходит на нас инверсия. Хорошо так заходит на мессера на этого, блядь. Они вдвоем заходят, кстати. На дымного пара заходит. Мессер. Один за мной, блядь, шел мессер, а на него заходит с инверсией. Ага. Мессер на мессера заходит. Икс такой на левом крыле посмотрел на это все, блядство. Да. А чё, вон прямо над филдом летает красный, наверное. Нули, блядь, вижу. Двое летают. Ну это совсем низко, блядь. А я вот говорю, но Воль говорить не надо. Да пойдем, блядь, я один хуй дымный, блядь. Да, блядь, хуёво, оно. Так, а вот, говорит, Шон. Так, а две инверсии пошли. Опа, две инверсии идут высоко, пошли на юг, внимание. Это две фоки. Над Мариновкино. Там фоки, блядь. Точно? Мне кажется, да. Что это яки, блядь. Фотки. На инверсии, да, были? Была. Да. Пара фок. Они давно ходят. Давно ходят. Ладно, откуда динамит, деды? Отцы. Давно не следим. Еще кто-то там, мессер спустился. Воевать начинает. Не есть шикардос. Да, блять, короче, мы хуй выкручиваем. Они, блять, виражи стоят на полосой. Ну, это же нормально. Но нахуй тогда здесь взлетать, я не могу понять, блядь. Так, на меня что-то заходит, блять. Красный, блять, на меня заходит, блять. Балану валю. Вот его пробивали. Вижу. За ножками я над филдом, видишь? Вижу, но он далеко, но. Два якоря здесь. Влево, вау. Влево доворачивай, влево. А он бросил. А, бросил. Сворачивай. Это верхние, два еще внизу, еще два якоря ходят. Внизу, да. Так, а я хочу сверху упал, что ли? Это сверху. Это хуйня сверху пришла, да. У него вот тройное нафил. Падение. Это нормально. Ну и я тут его захожу, блядь, тоже на. Тоже подключусь. Ну и я чё греха таить тоже. Расовый. Пиздец, блядь. Ну и я тогда его. Вот тебе ебать, блядь. Палавочка, блядь. Архан. А ведь это не то, что нужно. Были же и два якоря еще по анализам. Готов. Еще на добрую правом вираже машины. Андрюша. Якорь под ним. Захожу.
На шести сижу в лавочке. Пропускать меня хотит. А мы проскакиваем. На ебанистических скоростях, блядь. Ой, попали ей. Ой, блядь, попали нам. А, ну, вираж хотела. Пизду. Хуй вы спрячетесь на этом филде. Давай пиздить их нахуй. Да и чё, они хочут? Да. Так, ну тут еще ходило два якорька. Якорь, вот бонус заходит. Вот, это один. Вот сейчас прыгнул. Он прыгнул, тот. Блять, нахуй. Прыгают они тут. Так, ну что, надо уходить отсюда. На солнце. Да. Оп, Леон. Это уже беспредел называется, да? Это не полеты. О! Сейфу уебали, на. Сашечку убили. Да. Заход за ходом, блядь, не увернешь. Интересный вопрос. Вольф, это я. Инверсия с востока. Инверсия с востока. Высока. А мы на 2000, нахуй. Нормально. Похуй. Сколько у тебя там топлива, Вольф? Сюда дым столько уже идет, нахуй. 90 литров. Ну все, иди домой, нахуй. Ну, бля. Якорь на низах. У меня же БК-то еще есть. Серега, дай оно. Дал. Нет, ты, блядь. А, все, вон тебя вижу. Да, я на якоре пошел, он восточнее филда. По нулям там что-то рукоблудит. Как теперь? А, вот он и с набором уходит. Блять, на карту посматривай, блядь, увидел. Да давай, зажимай его нахуй, пиздить, блядь, да, на земле. Да. Заебется он уворачиваться от всех. Сука, когда облака поправились? Эти непроходимые какие-то, непросматриваемые. Непривычно, блядь. Так, он что, вниз пошел? Нет, правым виражом на филдом стоит. Сейчас перевернулся вправо. Ну. Сука, как неприятно, когда в облаке ничего не видно. Вот она. Да, он внизу. Это хан какой-то опять, ёбаный, блядь. А чё, где он? Ну что-то я его потерял. В облаке. Да, блядь. А, вот справа ушёл. Влево сейчас ушел. Ёбаный в рот, нахуй. Вот она. За тобой, блядь. Подо мной. Да. Сейчас его распущу. На виражи. Есть, прохуярил он туда. Я что-то не попал, Мишаня. 6-6-6-6, Вольф. 6, Мишаня. 6-6-6, Вольф. Якорь. Я у него. Давай, пикирую, захожу на него. Я под тобой. Вольф, плотно. Вверх-вниз давай. Пропускай. Чуть-чуть. Много. Нормально, вот так, вверх-вниз. Да, нормально. Так, пробил его, хорошо. Есть попадание, готов. Ну, Вольф, чисто. Спасибо. Так, а что с тем-то? Я слева машина. Где машина? Да, нижняя кромка облаков. В нашу сторону идут обои. А, нет, отбой одна. Нет, там один якорь тут один был. Две машины. Понял. В лоб идет на меня. Как он тебе в лоб, если ты в левом вираже стоит, блядь? Ну, я на него теперь развернулся. По нулям, да, Серега? Вот он, расходимся, да. Красавчик, блядь. Да, вижу.
Захожу на него. Давай. Дублирую. Блять, вертлявый. Да. Не, прямо подлетел. Все, блядь, он прямо. Там под облаками еще один, смотрите, на у вас готов, блядь. Слева, опять слева, слева машина, слева машина, слева машина. Я ПК-шу нахуй на рот, блядь. А че не засчитывает, ебаный в рот, а? На 67 градусов. Якорь, на вас идет. Блин, не наблюдаю. Больше на тебя заход. Нет, на меня пошел. На меня за пошел. За мной мейсер. Иди, 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 захожу на него. А, вижу. Разворачиваю. Так, Серега за ним. Ну я если зайду, то, блядь, хуёво я захожу. Да? А ты не пугай тогда его. На тебя переключился. Кто-то кого-то пробил. Я его пробил. Лак, по-моему. Да хуй. Да, самолет крепкий. Так еще машина. Ебать, я его опять запыкашил, нахуй, прикинь. Это ненормально, слушай. Записали мне, блядь. Че ты покажешь всех? Так, да хуя машин, ребята, проверяемся. Очень много контактов, очень много. Надо заходы, отходить, заходы, набрать. Заходы, заходы. О, на меня, вас. У меня топливо, капец. Обошел машину. А это на ПК-шиного он падает, ёпта. А че за хуйня, нихуя, я пятерых подряд за ПК-шил. Ну это кто знает. Это нахуй. Так, я домой, блядь, топлю. Надо сказать, чтобы все 40 литров, да, перезагрузили. Их заебал под каш. В башку им долбит, блядь. Это он настреливается на будущую неделю. Охуеть, да. Вон, движка у меня что-то сдохла, блядь. Ну еще не сдохла. Что-то машина крепкий стоит, правда, пиздец. Да. Надо чуть убавить, но процентов 20. Хотя можешь и заебись, так интереснее. Так, ну что, вы ушли вообще, да? Я без топлива. Я без топлива. Ладно, практически без движки. Блять, ну реально пятерых подряд запыкашил, ёбаный вот. Охуеть. Такое видео, блять, надо по-любому забацать. Так, погодь, мне вроде записали. Ну мне запыкашенных только троих записали, на, а двоих не записали. Хватит нахуй. Нам Серёге тоже надо, блять. Да, Серёга? Хули мы тут летаем? Да? Ну как-то неправильно обсчитывается. Почему тебе записали-то? Ой, я за ПК-шил, а тебе записали, блядь. Как так-то, блядь? Я его пробивал, блядь, перед тобой, ты у ПК-ш пишешь мне. А может не просчитывает пилота, блядь? А? Может он не считается как повреждение самолета, блядь? Да. То есть скрипт работает так, что на повреждение самолета, но... А пилот это не самолет. Народу, блядь. Так, прыгай на лесу. У леска, блядь. Хули. Так, что-то я тут, блядь. Блядь, как он опасно прыгает, блядь. Пустовой. Пипец, нахуя летает. Ты прыгнул? Тебя засчитали, ёпта мать. Точно, блядь. Да и хуй. Пацанам тоже надо, блядь. А чё, он до сих пор летает, значит? Если меня засчитали. О, блядь. Блядь, я дымный летаю, тут сколько, блядь. Он тебя ранил и ждал, когда ты ёбнешься на хол. Да, да, где-то, блядь. Сука, ну ладно. Я не подумал, блядь. У меня мысли к нему давно убили уже всех, нахуй. Тут меня пробивал. Не бегетовка, 4 школьные. Да, бегетовка. Бегетовка 7? Да. Офигеть, надо туда идти, нахуй. Угу.
4 школьные. Курнул. Ужас какие-то, брат, смотри, блядь. О, 17 красных, охуеть. Опа, 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 опа. Так, теперь то же самое по-русски. Видит кого-то. От Маринов трое красных, ебать. Высокая. 5000. Понял. Отхожу. Довожу. Подальше от греха. Есть нахуй, блядь. Шестой ПК нахуй, ёбаный в рот нахуй. А чё за бред-то? Это, блядь, не то, блядь. Это же ненормально. Ну как подряд-то, блядь? Вообще охуенно. Туши цвет, блядь, рубильник вырубает он нахуй. Ну тебе хуй запишут, что ты, блядь. Стреляет в самолет, еб. Ну ты видел, Локи убит, а ему не записала. Да-да-да-да. Да он не упал еще, потому что. Да нет, не записывает, я тебе говорю. Не записывает, баг какой-то. Что-то случилось с серваком. Хрень пока какая-то, видишь? Пока не записывает. У него какая-то хрень, именно у него. Возможно. Заебись. У тебя какие-то бронированные пульки, блядь. Хуя, просто им в кабину хуячу нахуй. Тебя понеслась. Да нихуя, у меня все нормально. В батле, в колде. Сейчас я хочу вам наглядно показать, как обсчитывается ДМ и кому будет засчитываться сбитый при вот каких-то попаданиях. Видите, да? Отлетел один РВ в высоты. Я больше в него стрелять не буду. Сейчас мессер будет его атаковать и зажгет. После чего этот самолет
считают мне. Это наблюдается не единичным случаем. Также бывало такое, что мой напарник что-то повреждает противнику, что-то у него там отлетает, и я тоже его зажигаю, или даже ПК-шу пилота убиваю, и все равно килл засчитывается другому, тому, кто что-то оторвет противнику, короче, самолету противника. На мой взгляд, это неправильно. Почему килл должен засчитываться мне, если я там, ну ладно, я там что-то там оторвал противника, потому что зато противник летит дальше, он без проблем летит домой, там все нормально управляет самолетом. А вот человек взял его, зажег, да, все, ты горишь уже, все. Почему мне засчитали килл? Это неправильно. Так, иди. А здесь Вольф сейчас атакует. После него я атакую, вешаю ПК, а засчитывает Вольфа. Блять, ему похуй, смотри, блядь. Еще контакт. Пиздец, блядь.